The President spoke highly of you, Agent Kennedy. Likewise. He told me you've been friends for 30 years. Tell me, is it true you were the only ones present at the time of his death? What are you saying? Well, you must be aware that you are both suspects in this attack. What? Agent Harper. At the time of the attack, you had abandoned your post, leaving the President vulnerable. You must admit such behavior is suspicious. You son of a bitch! You're the one who plans all this! With what evidence could you base such an outrageous accusation? I am the National Security Advisor. It's my job to prevent terrorist attacks, not cause them. You liar! Lena! If the two of you feel so strongly about your innocence, then you should have no problem turning yourselves in. I'm gonna make him pay. Looks like things just went from bad to worse. Стоп, подземелье. Увы. Так, что нам куда дальше? Вниз? Нет, ну, кажется, не знаю, не знаю. А ты куда хочешь пойти? Я хочу куда-нибудь пойти. Ну, наверное, сюда, где цель отражается. Вот в эту сторону. Как ну, думаешь? Я ее не сразу заметила. Потому что мы были повернуты в сторону вот этой вот огромной ямы. Ага. Люблю я всякие пещеры, подземелья, не знаю, там вот со всякими загадками. Что-то в этом определенно есть. Посмотрим, посмотрим. Это у нас катакомбы. I'd say that officially makes us partners. Like it or not. Fine by me. As long as you help me get to Simmons. Does all this belong to Simmons? Well, with that lab of his sitting right on top of us, I'm gonna go out on a limb and say yes. So this Ada, can we trust her? Ах, да, я забыл, она мне что-то же передала, там, по-моему, кольцо или амулет, что в этом роде. Я, честно говоря, не обратил внимания на это, потому что был отвлечен процессом. Ну, я думаю, он явно нам где-то пригодится. Ух. Хотя, может быть, нас хотят подставить. Ну, в я этой на самом игре деле сложно. А, не все предрешено. Сложно, наверное, назвать вот это место катакомбой, потому что это все-таки какой-то склеп. Согласна? Ну да, тут, в общем-то, трупы. Так, ты до контроля точно. Ой, что это что-то такое интересное. Так, где? Пилы, 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 да? Так, ага. Так, сейчас, подожди. Ага. Рывок. А, все понял. Там другой курок просто надо нажать. А зачем ты стреляешь? Ой-ой-ой, это хороший вопрос. Ах, кто-то уже ползет, блин! Да подожди ты, не волнуйся, ты не кипишуй. О-о-о, вставай, вставай, да что ж ты? Там еще один какой-то красный вообще идет. А, он просто в крови весь. Что, тебе помочь там или пока постоять? Давай, давай! Я от помощи не отказываюсь. А, так ты сам еще там ползешь. А так тут что-то сложное. Да, сейчас это поняла. Я как-то не успела испугаться. А я вот и думаю, о чем красный издалека. Выше казалось, что это кожаный у нас. Но хочу тебе сказать, что ты хорошо справилась со своей задачей. Так, тут огонь. Это у нас вполне обычный, да? Так, давай смотрим, что ж тут нужно сделать. Well, а, мне уже. Unless you like playing with fire. Подсоби ко мне. Да подожди ты, дай посмотреть. Да. Сейчас вот патрончики заберу. Давай, прыгай. Опа! Ну, фу, придется теперь тебе искать что-то там. А мне, наверное, защищаться от зомбаков, да? Ну, в принципе, их слышу, но... А, вон он идет. Так, он, кстати, с динамитом. Все, взрыв. Ух ты ж, батюшки. Вот сейчас обязательно меня кто-нибудь схватит за ногу. Ну как у тебя там дела?
Много их там видишь? Я пока никого не вижу, я ползу по маленькой пещерке, если так можно сказать. Можно сказать. Так, тихо. О, тут трупак, прикинь, крутит. О. Все, прикрутилось? Все, можно бежать или... Да, беги. Сейчас опять огонь будет. Нет, не будет, потому что я его не буду крутить, я тебя пропущу. Ага, ну я понял, сейчас подожди, тут дверь какая-то, давай смотрим. Так, опять у меня просит подключить геймпад повторно, как в тот раз. Kith and Kin. The Simmons family tree? I didn't bring any evidence, did you? Nope, not related. You think they left any lying around? Wait a minute. The ring Ada gave me. Кольцо. Я так и знал, как раз для него. Вот и пригодилось. Ну ладно, она нас не хотела подставить. Здесь прям по центру вот этого замка место. Ну, что там, что там? Отлично. Она, правда, дверь потихонечку открывается. Сейчас, наверное, нас тут по традиции будут прижимать. Так, ну что, они сейчас полезут, да? В общем, давай-ка посмотри, что можно с тем огнем сделать. Кожаные. Тихо. Кожаные? Да, давай, отходи только, аккуратно. И быстрей. А-а-а, я, короче, кручу. О, все, пошла жара. Блин. Требуется помощь. Потому что у меня отключился геймпад. Мне срочно требуется помощь. Так, все, иду. Так, придется сейчас с ними сражаться, пока я буду искать геймпад. Ой, может быть это? Может быть что? Может, ты пока за меня посражаешься, я поищу геймпад. Так, о, все хорошо, подожди, дали. Это кожаные здесь? Да, это они самые. Ай, подожди, стоп. Ай, убегай оттуда. Да у меня опять геймпад отключился. Да что такое? Слушай, я что, не умер еще? Ты... Отбегай оттуда, я поставила бомбу. Уходи. Подожди. Уходи. Да подожди, сейчас я занят немножко. Все, убегаю. Что, взрываешь? Да. Отлично. Да, все-таки, если бы у тебя не было никаких проблем сейчас, то я бы купила себе спокойно. Да, а я сейчас... Эту шарманку и нас бы... А ты можешь меня там немножко поохранять как-нибудь? А, нет, к сожалению, не могу. Ну, это я надо... Я вот здесь сейчас в уголке встану, сейчас подожди, быстренько схвачу. Да. Мне просто батарейки надо поменять. Смотри, чтобы меня не убили. Нормально все пока? Это... О, открылись двери! Помогай. Давай, жи... Сейчас слушай. Перебежим туда, и нормально. У меня, в принципе, заряд должно хватить. Давай, побежали. Все, уходим. Уходим. Давай. Галенька, тебя ждут. Да, я же нажимаю бы. Это вообще было сейчас. Так, подожди. Дай батарейку быстро поменяю. Вот это жесть. Да, это было, скажем так, неприятно. So, сейчас. Придется сейчас быстренько поменять. Так, раз. Ну хорошо, хоть под рукой еще один. Геймпад был. Поэтому видишь как. Ну, надо сказать, ты в очередной раз со своей задачей очень даже неплохо справилась. Так, все, я жить-то хочется. Да, правда, у нас... Ты видел? Рябина какая проплыла. Так, что делать? У нас здоровья нет. У тебя есть этот гель, там что-нибудь такое? Нет, у меня спрея нету. И, кстати говоря, таблеток тоже нет. Ну, давай тогда я сделаю вот здесь сейчас три... Сколько тут таблеточек? Да, три таблетки. Иди ко мне, сейчас будем лечиться. Я тут. Так. Все, это все, что было. Так скажем, на последних запасах держимся. Ну, придется. Я думаю, мы не имеем никакого морального права тебе после фигня того, что произошло, проигрывать здесь. Так.
Ладно, пойдем. Ну, я видел там чудище вот это под водой. Потому что там меня не очень сильно напугало. Так, ну что ж мы с тобой будем делать-то? В общем, не очень такая приятная пещерка, надо отметить. Сюда, я наверное, тут... знаешь, что скидывали вот эти трупы, которые являлись своего рода результатом экспериментов. Сейчас вот здесь, кстати, могу забраться. А, ты уже сюда тоже забралась. Так. Так, тут... о, патроны как раз для моей любимой... А, для моего любимого дробовичка. Так, сюда нельзя ничего сделать. Нет, разбить, к сожалению, там ничего не получилось. А где патрон там увидела? Сейчас, подожди-ка, а тут что такое? Ты их, наверное, уже собрал. О, смотри. Я что-то даже открыть могу. Да? Да. Смотри-ка, я открыл гроб. И что же я тут нашел? Что ты там нашел? Эмблемку? Да. Круто. Так что, давай-ка. Слушай, а может быть тогда здесь что-нибудь можно открыть? Сейчас... А, здесь уже открыто. Вот в чем проблема. Ну ладно, пойдем тогда в ту сторону потихоньку. Надо посмотреть. Как туда дальше проходить. Далеко не уходи. Потому что мне страшно. Так, здесь тебя придется подкидывать, да, я так понимаю? Да. Эх, ну давай, ладно. Запрыгни, только там по-быстрому, окей? Ну, как уж смогу. Блин. Опять у меня тут узкий ход, проход, прополз. Чё-то ко мне кто-то плывёт. А ко мне по-любому сейчас кто-нибудь выскочит. Плывёт! Фу-фу-фу-фу! Дохни! Блёх ты мой. А как же мой дробовик? Ой! Получилось, не? Ну да, все хорошо. Не, у тебя там. А у меня-то не все хорошо. У меня-то здесь кто-то под водой. Я уже даже не знаю кто. Ну, я прикладиком поработал. Так, как ты там? Что у тебя там интересно? Так, ну все, я уже близка, ну, вот вижу, к выходу. Вижу примерно. Могу прикинуть маршрут твоего перемещения. Так что давай, крути там побыстрей. Keep turning, it's working! Работает, работает, работает. Отлично. Что такое? Меня кто-то схватил за ногу. Смотри. Обалдеть. Смотри, эта тварь тебя тоже схватила. Да, да, да. Сейчас еще нажимать, может, тебе придется, нет? Нет. Концерт у нас. Ну и просто сказочно повезло. Так, а я вот там. Ой, ё-моё. Так, а что мне делать? Вот ё-моё и у меня. Фу. А что мне делать? Где бежать? Я не знаю. Сделай что-нибудь. А-а-а. Беги, беги, беги. Давай, я тебя прикрываю. Давай, я тут что-то открываю, дверь какую-то. Давай, пробегай. Пробегай, я дверь открыла. Дверь открыла. Открыла? Да. Все, пробежал, давай. Убегай, убегай, убегай оттуда. Так, сейчас у меня тут тоже проблемка будет. Да, теперь я кручу. Да блин, схватись ты за этот рычаг. Кручу-верчу. Обмануть хочу. Да, все, получилось. Открывается. Надеюсь, меня сейчас никто не ударит. Давай, пробегай быстрее. Все, получилось, слава тебе, господи. Yeah, I'm good. Сейчас возьму эти натовские патроны. Так, что у них тут еще? У меня, правда, уже ножи пошли. Представляешь? Неплохо. Че неплохо? Это плохо. Ну, в общем-то, у меня тоже какая-то ловушка, я вряд ли смогу здесь пройти. Ну, ты пока не спеши. Сейчас подумаем, что можно сделать. Так, значит, что там, бежать? Надо подкатиться. Ой, я тоже открыла одну могилу. А ты не помнишь, как там перевернуться, вот если вправо? А, все, вспомнил. Так, я вроде бы прополз потихонечку. Твоими молитвами. Так, все, я встал. Но у меня тут ловушка. У меня здесь тоже. Кто-то должен что-то крутануть, но явно с твоей стороны. Думаешь? Да. А, да-да-да, вот у тебя тут кто-то крутит. Сейчас, подожди, я его бомбану.
чтобы их добыть. Сейчас, подожди, пожалуйста, секундочку. Прицел точно так не держался. Все. О, отлично. Так, там еще динамит стоит. Сейчас я его... Ах ты ж! Ой. Так, значит, что получается? Набросился на меня из-за угла. Смотри-ка, что. Смотри-ка, это... пока ничего не крути. Предупреждай, когда крутить будешь, окей? Хорошо. Чтобы, по всей видимости, я мог тебя пропустить дальше, мне где-то нужно найти... ручку. А где эту ручку искать? Да, сколько? У меня тут одна ручка есть. Но пока... Воу! Ох ты, бля. И что там? Да, перчики от меня. Сейчас посмотрю, что с ним можно делать. Смотри-ка. Ну, сейчас они меня сжигают тут. Отлично. Ой, ё-моё. Фига, они там плюются еще. Слушай, прямо над тобой есть колья. А тебе вот что хочется. Ну, сейчас. Воу! Сейчас убьют. Сейчас убьют! Убегай, 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 убегай быстрее. Так, Коля, а ты что-то с ними можешь сделать? Я не знаю, но они над тобой. Может быть, я не знаю. Подожди, ты, главное, стой сейчас. Я сейчас буду... А, вот! Вот. Значит, они для меня ничего не открывают, и для тебя ничего не открывают. Но зато ты сможешь преградить путь вот этим чувакам. Но они идут? Ну, идут, конечно. А ты как думала? От них отстреливаться. Блин, они тут бесконечные, что ли? Мне просто надо часть отстрелять. Хорошо, просто слушай, может быть, там есть где-то у тебя проход? Да, мне нужно в обратную сторону туда по всей. Не крутишь сейчас? Нет, сейчас не кручу. Не крути, пожалуйста, я сейчас пройду. Сейчас, опа. Так, мимо. Интересная. Так, они все бегуны у меня тут. Фу. Да-да-да. Фух, чё. А, вижу ручку. Ручку вижу. Блин, ты сдохнешь, нет? Я бы тебе, конечно, помогла, но я никого да не да тут вижу. Один, короче, есть, который плюется и... И близко к тебе не подпускает. Блин! Попал. Ух ты. Сейчас, я хочу его просто подбить. Да чтоб тебя там 300 раз. Слушай, даже не знаю, как его подбить лучше. Сейчас попробую так. Уходи. И все? Да подожди, сейчас попробую его забить.